Все забыл, что стоишь. Всем привет, дорогие наши подписчики и гости канала. Совсем недавно подписчики просили меня показать квартиру в доме коттеджного типа. Вот он, собственно, у меня такой дом за спиной. Мы находимся сейчас с вами в Ленинском районе. Вот так дом выглядит. Трехэтажный дом. Повторюсь, коттеджного типа на 10 квартир. Пойдемте смотреть. Так, друзья, трехкомнатная квартира, 111 квадратных метров без учета лоджии. Коридор 15 метров. Сразу здесь пошла у нас кухня. Кухня-студия, наверное, я бы ее так назвал. 17,5 квадратных метров. В подарок покупателю останется кухонка встроенная. По размерам все подгонялось, смысла ее нет забирать. С кухни у нас сразу лоджия. На порядочек внимания не обращайте. Смотрим саму квартиру. Так, что еще не сказал по кухне? Плитка, теплые полы. Смотрим, что у нас дальше. А дальше у нас зал. Зал, спальня, не знаю, 27,5 квадратных метров. Шикарная площадь. Пол ламинат. Так, следующая у нас пошла комната. Я так понимаю, детская, наверное. 15 квадратных метров. И следующая комната у нас тоже 25 квадратных метров. Так, что у нас с санузлом? Так, санузел. Санузел, ванна 8,5 квадратных метров, ванная комната, то есть смотрите, здесь замечательно встала и обычная ванна стандартного размера, и душевая кабинка. Стиральная машинка хорошо уместилась, то есть места вполне здесь достаточно для всего. Туалет. Какой-то шкафчик для белья. Также к этой квартире сейчас пойдем посмотрим. В стоимость данной квартиры входит гараж, который находится прямо под домом. Гараж площадью 15 квадратных метров. По стоимости, по инфраструктуре скажу чуть-чуть позже. Итак, друзья, гаражи, как уже сказал, находятся сразу под домом. Правда, не на все квартиры. Как в этом доме 10 квартир, гаражей, по-моему, 8. Но у нашей квартиры гараж есть. Вот, собственно, наш гараж 15 квадратных метров. Очень удобно, не выходя на улицу в зимнее время, спустились по лестнице и уже, собственно, в своем гараже. Так, друзья, теперь немножко про локацию расскажу. Значит, находимся мы в Ленинском районе, частный сектор. В шаговой доступности буквально отсюда в 10 минутах ходьбы проезжали детский сад. Чуть подальше, минут 15, школа, магазины. Вообще мне вот этот частный сектор напоминает, иногда смотрю ролики про сочинскую недвижимость, вот что-то мне прям вот это вот напоминает. Плюсы какие у данного дома? Дом с автономным отоплением. За прошлый месяц собственники заплатили что-то, по-моему, в районе 2000 коммунальных платежей за эту квартиру 111 квадратных метров. Конечная остановка у нас получается Чапаева. И чуть подальше, если пройти, остановка Грамши. До цирка пешком, ну, наверное, минут за 20 можно дойти. Рядышком водохранилище, воздух чистый, свежий, много зелени. И самый главный вопрос, сколько же стоит квартира в таком доме? Да, дом не совсем молодой, да, лет, наверное, 15 ему уже. Вот, стоимость данной квартиры, 111 квадратных метров, повторяю, 4 600 000 рублей. Это уже вместе с гаражом. Гараж 15 квадратных метров.
Значит, у собственника три зеленки. Зеленка на гараж, зеленка на дом и зеленка на часть земельного участка, на котором этот дом стоит и который, собственно, этот земельный участок, дом этот окружает. Вот, по стоимости, все вопросы по покупке, по стоимости данного жилого дома можете задавать здесь в личных сообщениях, также звонить по телефону, который вы увидите под данным видео. WhatsApp, Viber, все доступно. Кто на наш канал еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Всем пока!